Сегодня мы провели 8-й по счету открытый чемпионат Харьковской области по смешанным единоборствам. Было много участников, 80 человек. Схватки все были зрелищные, все ребята готовились, все ребята тренировались. Следующий у нас KFC 9-й турнир аматорский и, конечно, профессиональные турниры. 5-й по счету будет. Сегодняшний бой был проведен успешно, без травм, слава богу. Спасибо сопернику, спасибо тренеру. Моим ребятам спасибо за подготовку. В нашем клубе тренируются достаточно опытные, сильные ребята. Мы друг друга поддержим, как братья, можно так сказать. Вот недавно буквально ездили в Киев, из 5 человек выиграло 4. Но это, я думаю, уже показатель с одной команды, 4 человека. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо всем болельщикам, большое спасибо всем тем, кто был неравнодушен к этому мероприятию. Увидимся!